А вот и первый подход, и никто из чужих своих обзору Джордана Пикфорда не мешал. Тариканца Брайана Овьеда. Понимает это уже, кажется, и Ромеро. Удар определенно Аничебе. Разворачивается, принимает решение. Каттермо. Удар заблокирован. Каттермоул, суперпас, и где мяч? Еще есть ли офсайд? Он есть все-таки, но эпизод получает. Прижимает по-прежнему Манчестер Юнайтед к воротам соперника. И удар Златана! Ох, как он делает гол! Делает, ну, просто стоя на месте. И кто-то скажет, из ничего. Да, возможно. Но как он создает этот эпизод, и не надо выразительно показывать Джордана Пикфорда. Нет его вины, или практически нет, в этом пропущенном мяче. Златан забивает просто восхитительно. Он не мог отличиться довольно продолжительное время. Если брать только Премьер-лигу, то три матча подряд он не забивал. И вот с пенальти избавил от поражения свою. Ибрагимовичу можно сделать и три. Какой пас получается на Люка Шоу. Умел. Смотрите, Златан какую передачу делает. Просто супер. Поединке в Сандерленде. Проходит передача на Аничебе. Просто уже пространства не было сыграть ни потоньше, ни погрубее. Просто рота. Молодец Серхио Ромеро. Бросался навстречу этому мячу. Арсеналом на 5-6 месте располагается Манчестер Юнайтед. В 7 очках от Манчестер Сити. И вот так начинается второй тайм. Генрих Мхитарян с острого угла, из-под защитника, под самую дальнюю штангу. 2-0. Сандерленд, мне кажется, уже может паковать чемоданы в чемпионшип, готовиться к изнурительному пути возвращения обратно в элиту, потому как обратного хода из самых низов, из 20-го места, просто, кажется, уже не существует. Так она и не имела. А вот сейчас может быть очень опасно. На 3 сбрасывал под удар набегавшему Погба. Ну и в мае Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас. Ничего себе, мощнейших вывески ждут Манчестер Юнайтед до конца сезона в чемпионате. Вообще апрель очень напряженный месяц. Для же накрывают. А здесь Решфорд и Ибрагимович. А слева был Марсиаль. Не нужен Марсиаль в этой атаке. Маркус Решфорд. 3-0. 3-0 для Манчестер Юнайтед. Кстати, очень давно крупные победы не одерживал Манчестер Юнайтед. Все, я щебетал вам про беспроигрыш.